Как вы оцениваете усилия Бориса Березовского по созданию оппозиции вам и его прогнозы о том, что вас в вашем кресле скоро не будет? Спасибо. Борис Березовский — это кто? Это он же... Мы все время говорили, что он бывший секретарь Совета Безопасности, потом бывший кто-то еще. Сейчас он бывший кто? Бывший депутат Государственной Думы. Это тоже вроде как-то подзабылось. Поэтому я Бориса Абрамовича знаю давно. Он неуемный и неугомонный человек. Он всегда кого-то назначает и кого-то свергает. Значит, пусть трудится. Вообще это неплохо. Когда вообще, знаете, про рыб всяких там, которые, чтобы одни не дремали, другие должны их тревожить. Вообще это неплохо. Если он что-то будет выискивать такое, чего мы делаем неправильно, и предъявлять общественности, мы ему должны быть только благодарны, потому что это должно корректировать наше собственное поведение. Неплохо. Он человек не глупый, может, чего и накопает.